случилось. В Барнауле прошел митинг роста цен на топливо. Акция протеста началась автопробегом с Павловского тракта до площади Свободы. Главное требование водителей и общественников – снизить цену на бензин до 20 рублей за литр. К сожалению, наши власти продолжают игнорировать народ. Нас, к сожалению, не заметили, к нам не приехали. Ожидалось, что на площадь Свободы выйдут порядка 1500 человек. Однако возразить свою гражданскую позицию пришли не более 100 активистов. Подробнее о митинге расскажем сегодня в вечернем выпуске.